Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Елисей воскрешает сына Санамитянки. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел и запер дверь за собою, и помолился Господу, и поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка, и встал и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал: «Позови эту санамитянку». И тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал: «Возьми сына твоего». И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.